Всем огромный привет, с вами Катя Рус, и сегодня мы отжимаем сок из калины. И вот мы подготовили нашу калину, очистили ее от веточек, но оставили косточки, и сейчас мы ее взвесим. Отжимать калину мы будем на режиме хард, так как она с косточками. Приступим! Как бы страшно. Хочу правый. Пей правый. Так. Тебе понравилось, что ли? Можешь развязывать повязку? А, сила! Сила ягод! Господи! Ну вы подлецы! У меня такое чувство, будто не знаю. Меня дико... Ты ничего не замечаешь в стакане? Ничего. А что такое? Ну, как бы они одинаковые. Это условие помнишь изначально? Что там в одном должна быть вода, а в другом... Вот это поворот! И типа я должна выпить два, да? Нет. Ну слава богу. Господи, как у меня все? Слезы, у меня слезы. Готов. Выбирай, какой пить. Вот этот. Выпивай залпом. Понравилось? Мне по нраву. И второй тогда. Если честно, я так и подумал, что так будет. No surprise here.